Привет всем, с вами снова Айс, и мы продолжаем. Продолжаем попытки прохождения роглейка шмапа. Монолит. Чё-то там зепас, тупас. Близки мы были совсем недавно к тому, чтобы всё-таки пятый левел-то осилить. Вот, а в прошлой серии как-то нас вернули с небес на землю, сказав, что играть вы нифига, товарищ, не умеете. Никаких вам прохождений пятых левелов не видать. После такого начала, в принципе, мне кажется, можно вообще левать. Но мы этого делать не будем, мы же нубасяны, нубасяны так не поступают. Вы простите, если не буду меньше болтать, чем обычно, наверное. Но это все из-за того, что хочется, очень сильно хочется. Максимально сосредоточен, насколько я могу. Не так, болтать-то я буду, но между комнатами, скорее всего, вот так. Да, первый уровень пока что не очень у нас получается. По крайней мере, не так, как я хотел бы. Совсем не так, как я хотел бы. Хотя ничего страшного-то и не произошло. Так-то если. ТП у нас фулочка практически. Оружие мы, правда, лишены малость. Ну, это, может, и не беда. Или, по крайней мере, не сильная беда. Ну не оружие, а патроны сейчас просто кончатся. Но это я сам виноват, я мог сейчас идти на босса вместо того, чтобы там комнату защищать. Ну что ж, первый босс, он будет сложный. Победа! Однако. Ну, поехали поиграем еще разок. Хотя это будет жопа с начальным. Ну, давайте попробуем. Опять у нас, типа, бонусный уровень открылся. Ну, поехали сюда. Так, не знаю. Теперь хотя бы как-то чуть-чуть мы знаем, что ждать просто от него. Может, это нас как-то спасет. Сомневаюсь, но тут, кстати, оружие, да? Оружие, отлично. Мы сразу оружие нашли. Не хочу брать Railgun. Наверное, лучше.
этом плане был бы тут, но... Ну не туда я прыгать-то хотел, ну логично ж не туда. Ненавижу такие комнаты. Ну, ненавидишь ты их, ненавидишь, тут как бы всем пофигу. Собственно, как и должно быть. Патрончики — это хорошо, это очень хорошо. Босс, что ли? Ну, здравствуй, блин. Колотить. Все, что ли? Пш-ш-ш. Как два пальца. Идем, будет сейчас еще один босс. Или нет? Или мы прошли этот секретный уровень? Там просто было 4 двери, да? Пошел нафиг, ачивка. Ачивка моя. Ё-моё, нифига себе. Sacred Arms World. Ай, блин. Тут я, блин, открыл. Пулю, считай, открыл, блин, в ЕТГ, походу, да? Блин, ну с ним неудобно играть, на самом деле. По крайней мере, пока, потому что, блин, оружие ближнего боя вообще не мое. Хотя, мне кажется, лютая какая-то имба, блин, а. Патроны, главное, собирать на это оружие, боекомплекты. Ну да, все мы этим мечом отражаем. Или рубим, по крайней мере. Прикольное оружие, конечно, ничего не скажешь. Ну, даже им надо уметь играть. Ну, это естественно. В принципе, надо уметь играть. Логично.
Но вещь хорошая. Конечно, наверное, ее менять ни на что нельзя. Ну, как я могу только глубину жизни терять, я не знаю. С такой-то, блин, имбой. Ну, умею, могу, практикую. Умею, могу, практикую, блин, это жесть. Оружие-то кончается. Боекомплект, блин. Мои супер-имбы, да? В кавычках. На самом деле оружие действительно имба, но я не ощутил, что для меня в моих руках она имба. Да, там это жезл, как говорится, сам по себе стрелял. Нам просто нужно было мечом бегать и отбивать пули, грубо говоря, да, вражеские. То есть, ну, имба лютейшая. По чесноку. Не просто имба, а лютейшая имба. Особенно если было бы бесконечное, да? Не успел. А комната сама по себе была не такая уж и сложная. Ну что ж. Пустышки есть, патроны есть, хп, блин, маловато, конечно. Ну, будем пытаться. Твою за ногу. Зараза! Все. Поплыли, что пипец, блин, в какой-то момент определенный. Думал, что все. Ни хрена даже до третьего уровня не доковыляем. Доковыляли, однако. Доковыляли, однако. Твою заразу. Не заметил я эту хрень, а? Ой, не заметил мелкую. Обидно. Ну ладно. 3 хп есть. В принципе, еще живем. Ну давайте возьмем, посмотрим, что это. Не факт, что лучше, но патроны хотя бы. Вначале вот так вот что-то, а потом уже обычные патроны. Ух.
Что-то непонятное на мой вкус. Но забег будет очень-очень коротенький, думаю, сегодня. Если что-то серьезное не случится, мы где-нибудь не пополнимся ли имбой в плане вооружения или... Ну хотя это оружие хорошее. Или патроны. Ой, патронами, хпшками, конечно, какими патронами. Какими нафиг патронами. Мы только заходим в комнату, а когда она заряжается, да, то она имбовая, конечно. Но видите, как она стреляет, то есть довольно своеобразно. Не просто с этим оружием, особенно первый раз. Твою за ногу. Не мое оружие. Не мое. Крутое, но не мое, походу. А, я понял, как им пользоваться. Нужно выпускать шар, а потом еще и стрелять тут же. Да, он взрывается, ну, то есть ты его как бы взрываешь своим выстрелом. Хорошая вещь. Когда разобрался, что им делать. Даже я бы сказал, отлично, отменно. Ну, пошли пообщаемся. Оружие кончилось. Давай за ногу. Блин, обидно, потому что могли восстановить сейчас 3 хп, а потом уже, ну... То, что мы взяли, да, 5 хп, ну, типа, стрелян спирита, использовать уже на других уровнях каких-то. Повезло, что тут хотя бы обилка, ну, то есть апгрейд выпал, мы его взяли только что, вот. Рейлганы отпадают сразу просто. Хотя, возможно, это и неверно. Берем пулемет. И опять рыбка. Ну ладно, еще. Здравствуй, рыбка, Новый год. Мы просрали, но все равно неплохо.
Вполне себе хорошо. Вполне себе нормально. Победили. Ну, пошли, да, давайте сразу в секретах сходим. Хорошая вещь, да? А, не, мне казалось, что она не так будет несколько работать, но ладно. Но вещь реально прикольная. Вещь реально крутая, смотрите. Вообще крутая. Давайте так. Вот заряд, конечно, очень быстро вылетает, но я еще и как бы это... Неэкономно, наверное, поступаю с ним. Непонятно, сколько нужно конкретно. Да, заряд тает очень быстро, да, комплект подкатает. Я не знаю, как эту херню убивать. Это оружие абсолютно не для босса, блин. Просто абсолютно не для босса. Слабенько. Против таких врагов, которые достаточно жирные. Ну это дурдом. Мы теряем жизнь ни на чем. Здравствуйте. Специфическое очень оружие. Очень специфическое. Давайте с рикошетом возьмем. Шотган стиль и рикошет. Твою за ногу, а? Ну ладно. Спишем все на то, что я на босса на уровне сложные. Где рикошет-то, блин? Ну, пока что живем. Выживаем, я бы сказал. Ключик золотой, ключик золотой. В этом, блин, комнатке с золотым ключиком. Это может быть и оружие какое-нибудь хорошее, а? Как вы думаете? Ведь может быть, а? Ну, вполне может. Главное дойти. Кстати, это оружие мне тоже вполне нравится. Просто может быть еще лютая имба какая-нибудь. Solaris Railgun, он не показывает, что он дает. Ну, у меня денег на него нет, с другой стороны. Я, наверное, вот это возьму в начале. И посмотрю, где после открытия карты комната с золотым ключиком. Дверка, вернее, закрытая на золотой ключик. Thank you.
Очень аккуратно пытаюсь все сделать. Патронов мало. Единственная беда, мало патронов. Мало патронов. Оружие-то меня устраивает, на босс вполне, но... Bruce Health. Нет, я не буду терять половину максимального здоровья. До свидания. Или там эта способность активируется после потери максимального здоровья. Короче, я зафейлился из-за того, что стал в башке переводить. Надо было подождать, просто перевести. Да и все. Не суваться сюда еще в комнату. Вот и до свидания. Блин, хорошая есть пуха, а? Хорошая пуха. Там только Чубрик это будет сидеть и все. Да. Че, брать Реалган, идти на босс? Ой, да ладно, пошли. Ну, не повезло, не повезло. Ну что, ничего не открыли даже? Мы ничего даже не открыли после того забега? Странно. Не хочу с ним болтать, не покупать там что-то. Просто хочется проходить. Шарик, ну здравствуй, Шарик. А тебя же можно с оружием убивать, правильно? Вот я к тебе загляну обязательно, но после того, куда у меня будет оружие. И апгрейдик какой-нибудь. Ну давайте возьмем, ладно. Ну поехали, окей. Как только я, блин, успокоился и подумал, один хер сдохнем, пофигу. Перестали терять жизнь, его убили. Да, насколько мораль в моей игре влияет на все. Сам порой удивляюсь. Жесть, однако. Жесть, как она есть.
ошибки, повторяющиеся из игры в игру, забег в забег. Зажимание, блин, где-то там у стены, и типа это круто. Нифига это не круто. Наверное, как минимум не всегда. Желательно быть в движении. Очень часто. Ай! Ну вот как вот так вот? Ну я же не хотел выходить из комнаты, блин. По инерции меня отсюда вынесло из комнаты. Тупо по инерции. Какая зараза. Взяли щит, профукали. Ова, сердечко. Причем цельное. Цельное, блин, не начатое. Поехали на босса, что делать. Ну это чушь! Просто чушь! Блин, чушь! Позор. Просто позор и бред. Улучшаем элементы интерьера, блин. Меняем музончик, блин. Интерьер, блин, улучшен. Пропилимся куда угодно. Было бы желание припилиться. Что такое было, блин? Видели? Видели этот ужас, когда я не мог попасть в дверь, блин? Своим одним пикселем. Просто какой-то блин, страх был лютый. Нет. Что-то со мной случилось. Что-то со мной вообще случилось, жесть. Видимо, я устал. Я не успеваю ни на что реагировать уже все. Просто какая-то жопа.
мой любимый эффект фриза, блин. Ну, что-то со мной явно не так. Так что я думаю, что надо заканчивать. Было еще, наверное, после первого забега более-менее нормального. Что происходит сейчас, это вообще лучшая моя игра. Во всех забегах, наверное, которые были. Вообще, в принципе. Я урон получил в конце. Тратить патроны на это вот мелкое ггггг, это, конечно, хорошо, но не наш. Должен быть стиль. А он как раз наш, блин. Не знаю, наверное, все комнаты зачищать неправильно. Я уже кнопки путаю. Да. Устал. К сожалению, истяль. Но не играть в игру, в принципе, а просто сегодня подустал. Наверное. Монолит можно было сегодня не записывать, нужно было что-нибудь такое более медитативное. А-ля Ни но Куни. Там тупить. Патроны только что подарили. Что есть крайне гуд. Крайне-прикрайне будет. Потом их тут же, наверное, подарим назад сейчас. Но это ничего. Че-то у нас 3 хп. Пока берем так, потом идем дальше. Потом вернемся, соответственно, с деньгой. А, мы тут еще и заработали. Было хорошо. Ну, типа присоски, блин. Малость совсем, но раздражают. С одной стороны, мелочь пузатая абсолютно, а с другой стороны. Блин, а. И тут надо покупать, и там надо покупать, а денег, блин, нифига нет. И все хорошо, а денег нет. Так, убить главное фигню, а потом мелочь уже добить. Так, ну тут же секретка, нет? Да. Тут не просто секретка, тут супер-пупер секретка, блин. Стоит ли брать сейчас? Я думаю, что нет. Пока есть патроны, брать не будем новое. Во-первых, оружие мне нравится, во-вторых, патроны надо до конца уж истрачивать, если что. А потом уже, когда мы их истратим, можно и смотреть, может быть, мы и поменяем оружие. Если оно не исчезало бы, можно было бы сразу посмотреть. А так как оно исчезнет, то я этот контейнер рушить пока не буду. Штука, что ли, надо? Ай! Вообще уничтожается херня эта? Жесть какая-то. Лютейшая причем.
Тарелка летающая. Ну, в принципе, это есть, да, тарелка летающая. Что ты хочешь? Патроны, конечно. Хотя, может, это и не так очевидно. Давайте пока так, а дальше посмотрим. Единственное, что не так часто стреляю, конечно. Чем это оружие не очень хорошо, наверное. Да где же золотой ключик? Где же наш золотой ключик? Босс, что ли, падает? Да вряд ли. Good. А ключик золотой все-таки, блин, не найден, да? Он же не в магазине продается, правда? Секретки, что ли, какой-то? Не пойму, где мне этот ключик золотой был найти? Странно. А, вот так вот. То есть мы вместо оружия ключик золотой берем. Окей. Ну давайте попробуем. Сильно сомневаюсь, но давайте попробуем. Мне кажется, что я поменял. Хотя нет, нормально, нормально, все правильно все сделали. На босса это оружие, по идее, должно быть вообще великолепно. Блин, да взорвись ты уже. А, на каждого вешаешь потом... Если одна цель умирает, соответственно, умирает вторая. Нет, просто взрывается. Просто взрывается эта бомба. Опять же, смотрите, мы сегодня очень много разных оружий пробуем. Они у нас, к сожалению, не дефолтные для меня. Это сложно. Ай, глупо, потеряли жизнь. Очень глупо. Ничего не берем. Любопытное оружие. Любопытно, как он на боссе будет работать. Причем очень любопытно. Thank you.
опять же, довольно-таки своеобразная. Я понял, кажется, как его взрывать. Но это не точно. Ай, все-таки получила рано. Да, куда-нибудь на... Не на цель наводишь, оно типа взрывается. Ну типа, наверное, прикольно. Прикольный босс. Здорово, не промажешь. От первой фазы его. Но все равно прикольно. Ну а теперь можно походить, поискать что-нибудь. Что ж мне постоянно предлагают патроны-то, блин, сдать им, а? Хер вам они патроны мои. Блин, оружие-то своеобразное, конечно. Но на боссе было неплохо. Шрапнель, все-таки я его сменю. Наверное, это глупо, тупо, я идиот. Потому что оружие было великолепное. Ну, я возьму более привычное для себя на следующий уровень. Давайте вот этот вулкан возьмем. С автонаводкой. Все хорошо, патроны вылетают быстро. Ну а что ты хотел, с другой стороны, да? Опусти свой предмет в воду или выстрели. Мне как-то непонятно. И дамагу должны давать, и что-то еще должны дать, но что-то нифига не дают. То ли глюк, то ли я дурак, не знаю. Может, то и другое. Вполне, кстати, возможно. Я почему-то думал, уверен был на 100%, что у меня есть пустышка. Не спрашивайте, почему я так был уверен. Но я был уверен, что она у меня есть. И думал, сейчас я ее заюзаю на всякий случай, и все. Нажал, а ее тупо, блин, нету. И вот так бывает.
Однако. Я стал получить какое-то огромное количество урона просто везде. Ну, все равно надо было взрывать бомбы и стену, поэтому... Поэтому как-то так, отмажемся. Слабовато оружие, ладно. В плане урона слабовато. Ну я еще, блин, ай, как я не вовремя тут сюда пришел, а. Как не вовремя. Когда оружие кончилось, лазер, револьвер, сплит, давайте опять. Не знаю, на самом деле лазер тоже стоит иногда брать, не стоит зацикливаться на только там, такого вида оружия. Хотя на бусе мне такой вид оружия очень в последнее время нравится. Все-таки зацикливаться не надо. Не брать просто из-за того, что типа это лазер. Это тоже тупо, как и, кстати, рельса. Рельса отличная вещь. Может быть и не может быть, а точно есть. Отличная вещь. Ух, йо. Гайвер открыл свою грудь и пульнул нас немножко. Совсем, блин, малость чуть-чуть. О, ед хорош. А вот ен-то плохо было. Даже не дали на выбор ХПС на выполнение с патронами. Обидно, однако, и тут даже не дали, а. Но опять же, по идее, наверное, сейчас правильно было бы идти на босса. Или зачищать это все начальным оружием, а идти на босса уже потом. С новым боекомплектом вот этого револьвера. Забываю, что он распадается на часть. И там черепа, а не предмет. Ужасная комната. Мало того, что сам нужно стены рушить, так еще, блин, патронов кучу потерял, ХП потерял. Обидно, досадно. Но ничего не поделаешь. Ну, бассейны они такие. Блин, а где магазин? Хотите сказать, что магазина тут нету, да? Или это магазин? Не магазин. Там патроны были.
Ну да, походу на этом уровне магазин тынет. Или я все там уже скупил и забыл, что скорее всего. Потому что я тут еще на бассейн. Ну, неплохо. Вполне себе неплохо получилось. Возьму-ка я хп, все-таки. Все-таки тут возьмем хп. Ну что, пятый уровень, опять мы до него добрались. Манит у нас своей пока что непреодолимостью. Зашибись, я думаю, что-то мы чем-то не тем стреляем. У нас просто стартовый пулеметик. Потрясающе. Не успел. Ой. Да. Да, это, конечно, было великолепно. Чего я сделал? Какую херню я только что сделал, не добив этого, блин, полубосса, мини-босса. Надо было, блин, это было... О, это было великолепно. Давай, до свидания, я понял вас. Я вас понял. Не, живем пока чудесами какими-то. Шотган стиль, а кэшинг этот. Давайте возьмем лазер на этот раз. Нас сейчас уже ничто не спасет, учитывая наше количество жизни. Ну. Может быть, апгрейд нас спасет. Может быть, апгрейд нас спасет, а? Да. Как я не заметил? Ну, это бред. Как я не заметил эту пулю? Плохо, плохо. Плохие забеги сегодня, к сожалению. Спасибо всем, кто смотрел. Будем обязательно пытаться проходить дальше. Всем спасибо и всем пока. Пока. Только давайте посмотрим, что это такое. Ну, сгоняем, короче, по местам. Ну ладно. Пока-пока.